Осень – пора заготовок. Несмотря на неплохой урожай, в Тверской области после окончания дачного сезона начали дорожать овощи. Подросла цена на картофель почти на 6%. В среднем за килограмм просят около 25 рублей. Прибавили в цене от 4 до 7% огурцы, помидоры, капуста, морковь. Кроме того, дороже стали стоить копченые колбасы и сардельки – почти на 4%. И некоторая молочная продукция, например, сметана и молоко. Впрочем, повышение цен на ряд товаров осенью происходит каждый год. Но надо отметить, что есть продукты, которые дешевеют, или цены держатся на прежнем уровне. Так, говядина и куриное мясо прибавили меньше 1%. Подешевели гречка, творог, лук и конфеты. Такие данные на первую декаду октября приводит Тверьстат. Жители Твери рассказали нашей съемочной группе, на чем из продуктов питания они готовы экономить, а на чем нет. Всегда берем вот хлеб, молоко и крупяные вот эти хлопья. Мясо красное не берем, питаемся в основном куриными. В овощах не отказываем, в мясе не отказываем. Отказываем в шоколаде, в вкусняшках. На сладком, если только. Так, покупаем самое основное, как бы мы не шикуем. Если отнимем мясо, то все. Отнимем молоко, это вообще конец света. По акции, по распродажам, по сезонным там скидкам. Экономия небольшая, да, получается. На продуктах мы не экономим, покупаем все. Колбасу, сосиски мы уже не употребляем. Я не люблю сладкое. Я не покупаю мучное тоже. Мы не покупаем молочную продукцию, а у нас есть сельское хозяйство.